Всем доброго времени суток. Это видео распаковки и обзор кухонного таймера TFA цифрового, приобретенного на Розетке. Ссылка на данный товар находится в описании под видео. Сервис Розетка был как всегда на высоте. Товар доставили быстро и в надежной упаковке. В комплекте есть инструкция на украинском языке. Перед началом работы нужно открыть крышку сзади, вытянуть изоляцию, поставить батарейку на место и закрыть крышку. Чтобы начать использовать таймер, задайте нужное количество времени и нажмите кнопку «Старт». После этого добавить время не получится. Нужно нажать кнопку «Reset» и задать время заново. Единицы времени добавляются только в своем регистре. Если вы захотите к 11 минутам добавить 10, нужно будет нажать кнопку 10 минут, ведь 2 раза по 5 вернут 11. Сзади есть ножка для того, чтобы поставить таймер на стол, а также магниты, которые надежно удерживают таймер на холодильнике. Я доволен таймером, потому что он имеет огромные цифры, удобное управление и громкий звонок, который прозвонит, когда нужно будет поставить лайк.